Депутаты Бундестага на экстренном заседании проголосовали за планы немецкого правительства начать переговоры с Афинами о третьей программе финансовой помощи Греции. В голосовании приняли участие 598 депутатов. За проголосовали 439 парламентариев, против 119, 40 воздержались. Голосование проходило по запросу Минфина ФРГ. Общая сумма программы составит более 80 миллиардов евро. Тем временем многие жители Афин с утра продолжили собираться у банкоматов. В настоящее время банки Греции остаются закрытыми. Однако власти пообещали, что уже в понедельник часть их откроется. Ограничения на снятие в банкоматах 60 евро в день могут быть изменены. Ранее стало известно, что ЕЦБ увеличил помощь греческим финансовым институтам на 900 миллионов евро.